ручки. Голову, вернее, сейчас ручки покажу. Ну, лампочки, да? Здесь. Я специально сделала выемки, потому что вы же пицуетесь, качаетесь вечно, так с вами хрен поймешь. Хрен угадаешь. Давай покрутись. Ну, что-то новенькое. Как чувствуешь себя в ней? Я сделала слегка, в общем, посвободнее. Я вшила тут. Материал-то какой? Это хлопок. Хлопок. Я вшила здесь, помимо основной ткани, еще два кусочка. Вот если ощущаешь, два вот этих. То есть, чтобы свобода была. То есть, в поясе они, в принципе... Вообще, я как планировала? Я планировала здесь вот сделать два ряда, что-то вроде петелек, и чтобы эти места не просто затягивались. Вот изначально такой у меня был план. Ну, здесь, естественно, ну, тут надо подумать, тут можно и пуговку, при желании. Хочешь? Я могу прямо сейчас пришить пуговку. Сейчас подберем тебе пуговку, можно, у меня куча. Можно. Можно, в принципе, можно, как необычный будет. Задом повернись. Ну, вот. Это что такое? А это я батик рисовала. Это печать и батик. Это собственная роспись. Отлично. Я сделала, не крутись, я сделала небольшую вышивку, ну, то есть закрепить что-то. Вот, ты чувствуешь, что здесь, да? Да. Все обработано. Да. А вот здесь вот немножко вот так получилось. Оно специально защит. Потому что если здесь сделать натяжку, здесь будет стеснять движение. Потому что если ты здесь что-нибудь...